Глядя на эту женщину, которая с упоением украшает свою очередную куклу, сразу и не скажешь, что она почти 20 лет проработала инженером, занимала хорошую должность, но все изменилось в роковые 90-е, когда Любовь Васильевну сократили, и ей пришлось искать новое предназначение. Так начался ее путь в творчество. Я всю жизнь рисовала как бы для себя, да, я любила очень рисовать. И поэтому, когда меня сократили, предложили мне рабочую ставку, ну, моя профессиональная гордость мне не позволила этого сделать. И я пошла, закончила курсы. Я встала как бы, как встают в бюро по трудоустройству, там мне какие-то деньги платили и предложили, в смысле, это курсы росписи. И я с удовольствием закончила, и меня это увлекло. Сначала расписывала пасхальные яйца, потом стала писать на них иконы, а 7 лет назад, случайно попав на выставку кукол, влюбилась в это творчество, и сегодня в коллекции Любови Макеевой 6 работ. Говорит, это тяжелый труд. На одну куклу у нее уходит как минимум 3 месяца. И несмотря на то, что женщина уже окончила несколько профессиональных курсов, на ее взгляд, мастерства все еще не хватает. Еще есть отдельные курсы костюма, и, конечно, знаний не хватает. Вот это вот все, что я делала, это я крутилась как бы в своей фантазии. Да, в своей фантазии. А уже вот год назад я закончила курсы, в смысле, кукольного костюма, и у меня задумок очень много, и ткани я уже там подбираю, то есть я как бы как слеплю куклы, я сразу буду их все оформлять. Они будут все разные, но будут как бы все в разных стилях. Куклы Макеевой выполнены из папье-маше и папер-клея. Большое внимание она уделяет костюму. Говорит, именно желание сделать красивый наряд вдохновляет начать работать над новой куклой. Я очень люблю, да, разные ткани, там красивые какие-то. Сразу представляю, чтобы я сделала какую юбочку. Там еще там всякие есть такие фалды делаются. Вот сейчас костюм закончила. Там еще делается золочение. Получаются вообще такие шедевры, вообще необыкновенные. Талантливый человек талантлив во всем, и это про Любовь Макееву. Последние годы она стала вышивать бисером, декорирует старые вещи, давая им новую жизнь, занимается ландшафтным дизайном. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.